Доброго вам дня! О таком прекрасном, интересном растении, как унаби, зизифус или китайский финик, хотела с вами поговорить. Растение примечательно не только своими очень полезными плодами, декоративным кустиком, но и довольно-таки симпатичным продолжительным цветением. Это растение в этом году мне посчастливилось увидеть в природе, так сказать, вживую, в Краснодаре. Кустик мне очень понравился, декоративные, плотные, симпатичные листики. Как раз в период созревания плодов, это у нас конец августа, я его увидела, плоды уже начали окрашиваться, даже в принципе отпадать с дерева при прикосновении. Поэтому я вот вживую с ним ознакомилась. Унаби неприхотливое растение, очень декоративное, к тому же плодоносящее. Засухоустойчивый, теплолюбивый, переносит заморозки. Так как я очень люблю эксперименты, я попробовала это растение дома вырастить из черенка и, возможно, когда-нибудь увидеть такие плоды у нас в Красноярске. Получить всходы из семян вот таких спелых плодов у меня не получилось, так как косточки у них идут недоразвитые, зернышек там нет. И всходы, соответственно, не получились. Поэтому буду пробовать методом черенкования. Надо брать не одревесеневшие черенки и укоренять. И надеюсь, в ближайшем будущем у меня вырастет все-таки кустик, который будет также красиво цвести. Может быть, когда-нибудь будет плодоносить, хотя не факт. Но, по крайней мере, декоративный кустик планирую получить. И посмотреть, как он будет расти в наших сибирских условиях. Рада встрече с вами. Подписывайтесь, заходите в гости. Ваш сибирский сад. Жду ваших комментариев, советов. Всего вам доброго.